Русское радио сегодня – это не только настоящий лидер радиоэфира, но и один из символов современной России. Станция транслирует песни исключительно великим и могучим. Причем не только на территории РФ, но и в странах СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах и США. 14 лет назад, в 1998 году, приемники самарцев впервые стали принимать суперпопулярные радиопередачи на волне 103 FM. Что вы делаете, когда слушаете русское радио? Ответив на этот вопрос, можно было получить подарки и ценные призы от любимой радиостанции. Некоторые хотели очень, наверное, сильно победить и получить наш главный приз iPad, но голоса аннулировали, те, которые были получены нечестным путем. В итоге у нас девушка, которая победила, вот мы ее сегодня здесь будем награждать, получит приз iPad. Свои истории на тему «Что я делаю, когда слушаю русское радио» прислали десятки жителей губернии, а в голосовании приняли участие около 1000 человек. Я на самом деле всегда слушаю русское радио, очень люблю его и, соответственно, участвовала в конкурсе. Я победила с историей, что русское радио как бы сопровождает нас по жизни. Мы очень любим жить под русское радио и, соответственно, слушаем его в самые важные, самые красивые моменты нашей жизни. То есть во время моей свадьбы с моим любимым мужем и во время рождения моей дочки. Раздавать подарки русское радио продолжило и на церемонии награждения, отметив тех, кто хорошо знаком с форматом радиостанции. Завершился праздник всероссийской премьеры фильма «Вождь разнокожих». Своих поклонников одна из самых популярных самарских радиостанций обещает радовать и впредь эксклюзивными программами, новыми конкурсами и призами, в том числе и на своем сайте www.trktr.ru. Все будет хорошо.